Всем привет, с вами Михаил Шварц с острова Тенерифе, с Канарских островов. Как обычно, рубрика «Наше жилище». Сегодня я вам хочу рассказать про эту замечательную виллу с бассейном, с тремя спальнями и огромной гостиной. Я долго в голове вынашивал мысль, как пожить в вилле и при этом потратить как можно меньше денег. И самый выгодный вариант – это взять с собой друзей. Эта вилла нам обошлась 150 евро в сутки на всех. То есть, если вы берете 6 человек, или 3 пары, или 3 семьи, то на пару выйдет всего 50 евро в сутки, что выходит не дороже обычного средненького отельчика. Но вы будете жить на отдельной вилле с бассейном, со своей кухней. Вот здесь гаражик, я уже стираю. Небольшой бардак. У нас что-то такая большая машина, что мы не рискнули заезжать в этот гаражик. Опа, машина отжимает. Есть гриль, можно сделать мясо на гриле или рыбу, что мы и делали в предыдущие дни. И, конечно же, замечательный вид на море, первая полоса. Если вы захотите заказать эту виллу, здесь внизу я даю ссылочку на Airbnb. Можете смело заказывать, местечко замечательное. Машину мы арендовали в компании Sicar. Нам дали большущий минивэн Opel Zafira. Туда влезет 6 человек. Вы можете всей компанией загрузиться в эту машину и приехать сюда на виллу. Стоимость аренды машины вышла 25 евро в сутки, при условии, что арендуете на неделю. Все включено, все страховки, днище застраховано, в общем, можно ни о чем не беспокоиться. И, кстати, в этой же компании можно взять машину за наличку, если у вас нет кредитной карты или вы боитесь светиться. И еще туда включены 2 водителя. Но вернемся к нашей вилле. Вилловый комплекс Crab Island называется. Здесь совсем рядом есть натуральный бассейн. Туда можно сходить покупаться. Это такая емкость в скале, куда волнами наливается море, и можно покупаться. Также здесь есть в шаговой доступности 2 пляжа. Один пляж вот около тех скал, он называется Los Guyos. Другой пляж немного дальше, в другую сторону. Мы туда ездим на машине, ехать примерно 2 минуты. Он называется Los Arenas. Пляж замечательный, с черным песком. Народу не очень много, купаться хорошо. Здесь есть рядом много магазинчиков, Lidl, Dino Market есть, ресторанчики. В общем, местечко хорошее, тихое, как раз для семейного отдыха. Приезжайте сюда на Тенерифе. Здесь круглый год, хорошая погода и теплое море. С вами был Михаил Шварц, снимала меня Елена. Заходите на мой сайт hispaniagid.ru. Не забывайте подписываться на рассылку. Всем пока!